Привет, друзья, с вами Rush Narizuka. В этот раз мы посмотрим компанию суперсемейки в игре Disney Infinity. Что ж, новая игра, погнали. Надеюсь, многие смотрели мультфильм «Суперсемейка», я в том числе. Правда, это было очень давно. Я помню, что он мне понравился. Даже, по-моему, где-то диск у меня был. Вот. Отличный такой экшон. Я думаю, тут как раз-таки будет больше экшена. Я веду прямой репортаж с места событий. Вы видите, как суперагенты готовятся доставить трех известных преступников в тюрьму повышенной безопасности. Думаю, я выражу чувства всего города, если поблагодарю вас как наших спасителей и защитников. Благодарить ни к чему. Мы лишь делаем свой... Ну-ну-ну, это уж скорее я должен благодарить суперсемейку. Вы хоть представляете, как трудно было собрать в одном месте снотворную Глорию, Хапугу и моего старого друга барона фон Злобина? Да я вас так счастлив видеть, что мы это сейчас отпразднуем! А ну-ка все, следите внимательно! Это лишь цветочки в сравнении с тем хаосом, который мы с друзьями обрушим на ваш город. До скорой встречи! Мы видим, компас уже активирован. Движуха пошла с самого начала. Все в дыму, все разрушено. Как я ожидал, суперсемейка. Супергеройское прохождение нас ждет. Несмотря на то, что мы спасаем город, мы не можем остановиться от того, чтобы что-нибудь разрушить тоже. Нам же за это дают монетки. Кстати, а что там за синяя сфера осталась? Почему-то не взята. Так, а тут, по-моему, можно обойти и там что-то тоже собрать. Так что мы особо не торопимся. Ага. Элегантный костюм. Опять интересно, для кого? Наверное, для каких-нибудь жителей. Я так понял, что герои тут не могут менять костюмы. Это вот... Можно только переодевать разных жителей местных. А запрыгнуть мы сюда не сможем? Нет, высоковато. Ну ладно, идем вперед, куда указывает компас. Оба-на, вот движуха-то, а. Представляешь, что нас ждет в Marvel Super Heroes, которая выйдет позднее немного. Кто не знает, то из серии Disney Infinity выйдет Marvel Super Heroes набор. Ну, а отдельный диск будет, отдельная игра, то есть новая, как бы, Disney Infinity 2.0. И вот тут я уже предвкушаю, что будет там, раз тут такая разруха. Так, ну тут видно, что потушить нужно. Все-таки умеют делать с размахом. Спасайтесь, амнидроидов я беру на себя. Мальчик-герой, тело. Отлично. В общем, какой-нибудь мальчик захочет стать героем, и нам придется его переодеть в это тело. Как вы уже видели в прохождении за пиратов, там приходилось переодевать пирата. Вроде как бы ящики респаунятся, но в них монетки лежат.
Они нам помогут потом, чтобы покупать различные предметы, необходимые в игре. Халат хирурга. Отлично. Так, тут явно можно залезть наверх. А, вон там сейф мы видим. Так. Так, открыть сундук. Для нашего персонажа сейф, так что мы получаем что-то. Костюм мистера исключительного. Игрушка в костюме мистера исключительного. Ну, понятно. Я так понял, что для каждого персонажа в сейфе лежит такая уменьшенная игрушка. Мини-я, короче. Мини... Как там? Мини-ми. Было 8 Пауэрси. Ух, там тоже. Я вижу, вон там что-то лежит спереди. Как-то я упустил, ну ладно. Волосы безумного ученого. Блин, так интересно это все собирать. Что можно... профукать разрушение города из-за этого. Так, я что думаю-то? А что, нам тут сюда и нужно было идти по сюжету, что ли? Может, там уже все разрушено? Здание какое-то разрушенное. А мне бы хотелось тогда вернуться. Чтобы взять там еще один... Ай-яй-яй-яй-яй! Походу, мне тут уже не запрыгнуть, что ли? Ну-ка. Он не цепляется. Да, бесполезно. Ладно, значит, будем как-то другие пути искать, чтобы обратно вернуться потом. Опа! Бестолковый народ эти, супер! Сам ты бестолковый. Кстати, насколько помню, в оригинале этого персонажа, злого вот этого, озвучивал Джек Блэк. Как многие зрители уже заметили, что практически все персонажи в этих играх Infinity озвучены в русской версии теми же актерами, что и были в самих мультфильмах и фильмах. Это, конечно, очень круто. Так, кувыркаться же можно. Так, а у нас же... О, мы можем швырять этих роботов, точно. Ну-ка, сейчас я его так вот схвачу и... Где там эти уроды? И в них вот... не, никак. Придется подбегать и давать по щам. Ух ты, как смело. О, сразу развалился. Так, тихо. Я тут мне ракеты запускать. Ай. Первое задание выполнено. Помочь местным силам правопорядка. Возьми машину, ты найдешь ее возле ларька. Окей. Машина у нас будет. Супергеройская GTA. Кстати, была игра супергеройская какая-то на Xbox. Crackdown, по-моему, тоже типа тоже в открытом мире. Но это, по-моему, круче. Это же суперсемейка. Инфинити. Вот эту машину взять, что ли? Да я в нее даже не влезу. Вот через это здание бы не мешало пролезть. Так, это опять магазинчик, да, у нас? Игрушки и задания. Здесь нас... Нам не предложат опять сюда заходить. Потому что они очень любят одному и тому же обучать по много раз. Да, видимо, придется, ну, то есть, чтобы вернуться назад, нужно кампанию заново начинать, чтобы взять там приз. Потому что я не вижу способов больше попасть на ту сторону. Так, а чё? Нам что-то надо автомобиль взять. Вот он. Покупаем. Ну, парковочка едет. Молодец. Ой. Тебе поручили новые операции, дорогуша. Как
когда не знаешь, что тебе делать, заглядываешь в журнал заданий. Ну, точно. Ну, ладно, ладно. Мы всегда уже к этому привыкли. Всегда полезно знать все детали операции. Видишь? Да, и последнее. Я настроила компас на твою новую цель. Следуй, куда он указывает, и высматривай маячки. Так. Ладно, погнали. Посмотрим по сторонам. Все, водой окружено. Так. Ух ты! Кто это? Там бомбит. Никого не вижу. Ой, тут уже дыра. Так, мне же надо... А я уже должен цепляться за этот край-то. Ага. Какая движуха происходит, а я ничего не вижу. А вон робот, да. Кстати, нам здание, наверное, потушить. Уже разбомбили. Ага. Сейчас мы с ними разделаемся. Крутой, да? Жаришь меня огнем? Я мистер исключительный. Круче Супермена. Так, монеты, монеты мои. На них я буду покупать новые вещи. Новый став. Да, опять там кто-то. Неугомонные роботы. Там, наверное, быстрее ехать на задание. Кстати, тут тоже, да, можно наверх подняться? А как тут подняться наверх? Сейчас посмотрим, что-то там наверняка есть, раз на здании можно подниматься. Что-то вот пока не вижу, как выше-то зацепиться. Ладно, едем вперед. Вау! Ну-ка, если я его собью. На! Ну что ты хотел? Кто там где-то еще был, чувак? Сейчас будем-то разогнаться и вжарить ему. Получай. По самой не балуй. Так, надо посмотреть тут что-нибудь полезное. Так, там здание вроде еще не горит. Кстати, смотрите, вода тоже восстановилась. Тут все предметы уничтожены и восстанавливаются через пару минут буквально. В принципе, это, наверное, правильно. Ух ты. Ой, там что-то на здании как будто висит или что? Красное что-то. Вдали. Интересно, как я туда смогу добраться. Да, это ж, по-моему, какая-то запчасть. Да сколько ж вас тут можно долбить-то, а? Полежи пока. Тупые через роботы. Через час мусоровоз приезжает. Ладно, хорошо, за них деньги дают. Это радует. Какая-то что у нас? Только шастик может начать это испытание. Давайте посмотрим, что там за шастик. Так, это что там? Это столько... А, это трубы красные. Ну, там есть запчасть. Так, смогу я? Смогу. Как мне это взять-то? О!
Отлично. Опять костюм ученого какого-то. Так, ладно, что-то я больно отвлекся на эти штуки, блин. Но я не могу просто. Мне так нравится их собирать. Черт, это роботы пыль подняли. Пойду возьму тачку и поеду все-таки к заданию. Можно бесконечно тут их громить. Видимо, респаунился. Чтобы мне было чем заняться в городе. Смотрите, сейф. А это другой какой-то персонаж. А, это девочка, это дочь. Так, где там я машину припарковал? Здесь ее еще не угнали. Вот такой хаос в городе творится. Так, где она, Анатолий? Что-то не наблюдаю машину своей. А, вот она вроде. А, так вот, там уже к полицейскому к этому. Под завалами находятся граждане, найди их и освободи! Погнали! Далеко завал-то? А, вон он, прямо здесь. Ладно, тогда. Пешком добежим! Главное, граждан не убить! О, нифига себе! Дыру в стене пробил! Гражданин, вы живы? Даже в мусорных коробках есть деньги. Это отлично. Ладно, раз все восстановится, можно ломать. Машину починить не удалось, она не подлежала ремонту. Так, а где завал мусора? Я что-то не наблюдаю. Это, видимо, с другой стороны дома. Что-то странно, как я пропустил-то его. А, вот он. Ну, сейчас как жахнем. Кстати, у нас персонаж этот. Да, видимо, как бы он присвоен уже нам. Все нормально. А то бы он не прокачивался тогда. Ну все, освободили всех. Отлично. Иди сюда, дружище. Нас зовут. Так, еще один коп. Сдавайся, и всем сразу же станет проще. Ты здесь, хорошо, пожалуйста, скажи, что потушишь пожар. Горит историческое здание. Все, сделаю все, что в моих силах. Мы уже умеем тушить здание. Так, что, для начала вот этих пару гадов замочим. Yeah.
На тебе! И получи, получи, получи! Супергеройского кулака! Кстати, ребята, вы не думаете, что вот всю игру придется вот так вот бегать и долбить? Тут будут разные новые примочки появляться. То есть я уже из опыта понял. То есть вступление идет как бы попроще. Потом что-то развивается, появляется новое. Так, вот опять смотрите. А это его жена, по-моему, да? Давайте посмотрим тогда ролик. Так, запрыгивай. Нужно как-то взять эту контейнер. Так, а тут еще есть. Вот он наверху висит. Вот как его брать? Ну, потом разберемся. Жалко, что он летать не умеет, да? Сейчас бы я. Сейчас бы я ему устроилась. Мог бы взлететь и навалять тумаков. Так, о, кстати, нам отсюда будет проще, думаю, запрыгнуть. Иди сюда! Иди отсюда! Кстати, да. Обойди отсюда. О, отлично. Прям к точке практически. Да. Да, чувствую, за первое прохождение все эти не соберешь. Наверное, рассчитано, что все равно будешь перепроходить, когда купишь новых героев. Что там ребенок делает? Скорее людям никак не спуститься с крыши. Поднимись сюда и помоги им. Окей, будет сделано. Значит, может быть, даже не ребенок, а просто взрослый человек, просто он такой маленький. Так. Ого, там что-то опять интересное. Ну и народ, какой смысл лезть на крышу? Так, куда там его сбросить-то? А там не дроидов. Сними их оттуда, солнышко. Достаточно чуть подтолкнуть. Лети, человек. Есть. А вот так вот мы их спасаем. Так, что это такое? О, хорошо. Голова бизнесмена. Кому нужна голова бизнесмена? Кто заказывал голову бизнесмена? Так, а вон там опять я наблюдаю еще один контейнер. Сколько же их тут, а? Просто запаришься собирать. Так, обратно едем. Скользим! Я так полагаю, что они тут все рядом должны находиться, чтобы можно было прямо отсюда их забрасывать. Спасительный спуск. А что, разве кто-то сомневался? Вот у вас-то мы и ждали. Эдна почти добралась до Омнидроиды. А, почти добралась, но Омнидроиды блокировали место посадки. Уничтожь их, чтобы она смогла приземлиться. Так, это, видимо, далековато. А где у нас автомобиль? Может, его можно вызвать просто? Ха-ча! Матрица, блин. Я-а-а! Да, классно, тут по крышам-то можно перемещаться. Так, а дальше куда? Вот сюда может попробовать запрыгнуть. О! А, нет, это труба всего лишь. Это всего лишь труба.
Вот здесь я смогу подняться на соседнюю крышу. Это определенно. Так. Так, ну вот это вот мы сейчас положим. О! Еще один приз, надеюсь, мы долетели. Ах, не долетели, блин. Интересно, можно ли туда забраться-то? Как это сделать? Или тут может какой-то другой персонаж опять-таки нужен, который что-нибудь парить может? Иди сюда! Хать! Хать! Скажу без пышных фраз, тебе крышка. А я даже не вспотел. А там еще сверху, да, сидит? И как мне его достать? Я же вроде ничем пуляться не умею. Ну давай, спрыгивай сюда, дерись как мужик. А вот, кстати, вот отсюда можно подняться. Сейф, смотрите, надо 5 персонажей собрать, чтобы его открыть. Да, недешевое удовольствие. Так, и все. Эх, сейчас бы размяться. Так, ну где это она у нас? Нечем заняться? Отлично. Федеральное суперагентство поручает тебе ввести в строй секретную базу. Но синдром уничтожил мост. Будь заинькой, построй новый, чтобы штаб заработал. Ого. Давайте попробуем построить мост. Как это сделать? А, через магазин, да? Ну, хорошо. Так, вот этот мост и есть. Всего лишь 100 монет. Так, жена вроде что-то просила сделать. Что же? Открытие секретной базы? Твой первый шаг к победе над синдромом. Так, в общем, к какой-то секретной базе нам нужно, да, двигаться? Вот отсюда можно вызвать машину, отлично. Сейчас погоним. Ой, извини, друг. Засмотрелся. Так, а что здесь никак не это? Не проехать, что я же мост поставил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, отлично. Блин, роботы появились. Хорошо, что копы за нами не погнались. Так, ну вот эта база, да? Вокруг нее много всего интересного, опять же. О, опять для нас сейф. Ну-ка. Что в этот раз? О, игрушка Эдна. Отлично. Значит, не только свои мини-игрушки можно собирать. Даже... Эй! Ах, что ж такое-то? Как же ее взять-то? Сначала все-таки разобраться с этим роботом. Чтобы мне не мешался. Надо как-то повыше подняться немного сначала. Боюсь упасть. Ну вот что ж такое-то? Да, стой ты. Так, вот отсюда мы должны. Есть! Лицо старушки. Зачем нам лицо старушки?
Ах так, ну все. Тут там орёт как сирена. Так, а нам сюда. Напоминаю, эта стена скрывает секрет того, как нам открыть штаб. Такой прям секретный секрет. Все отмечено. Давайте забираться наверх. Так, что, повиснуть на этой кнопке надо? Так, одну нажали. Стоп, там. А к чему мы спустились? Надо наверх забраться по любасу, а то там что-нибудь там откроется и не сможем взять. Ай! Призы. Призы нам нужны. Что-то я их не вижу. Блин, а чё? Мне уже не взять, что ли? Надо было с самого начала наверх залезать, а потом, блин. Обидно. Ладно, будем надеяться, нам какие-нибудь, может, супервозможности дадут потом. Чтобы можно было там хоть прыгать повыше или ещё что-нибудь типа того. Помазал немного, ничего. Кстати, классный пейзаж, да? Так, ну что, тут больше ничего нет, надо спускаться и жать на кнопку. Нами ракеты летят. Ага, здесь нужно тоже вот взять сюрпризик. Милый платец. Да, вот. О. Статуя вылезла супергероя. Похоже на Шазама какого-то, я не знаю. Из Инжастиса. Отсюда мы не запрыгнем. Вот отсюда должны. Ужасно. Здесь некогда был современный штабной пункт для всех местных суперагентов. Ну что ж, своим трудолюбием и моими талантливыми чертежами мы вернем ему презентабельный вид. Так, сейчас вот только с этим вот гадом разделаюсь. А во, смотрите. Ну, отбойный молоток, это уже интересно. Интересно, что можно будет с ним делать. Копать. Всегда быть в боевой форме. Учебный центр научит целому арсеналу приемов. Покупай и приступай к тренировкам. Ого. Что ж, можно и передохнуть. Время есть. То есть это учебную базу. Очисти улицы от криминала. Тюрьма повышенной безопасности рассчитана как на мелких хулиганов, так и на великих злодеев. С сегодняшнего дня в продаже. Не дают мне договорить. В общем, это можно будет, наверное, в режиме коробки с игрушками покупать, использовать тюрьму там и все остальное.
Так, ну что ты нам хочешь сказать? Инструктор по боевой подготовке готов тобой заняться. Но нужна учебная база, чтобы... А, это здесь, значит, нужно сделать. Твой потенциал. Хорошо, сейчас сделаем. Так, учебная база. А, теперь мне уже и самому надо их двигать, доставить. Ну, давайте сюда какую-нибудь с краешку поставим. А что, можно выбирать, как она будет развернута? Ну, наверное, так лучше. Или вот так вот. Не знаю. Ладно, пускай так будет. Наверное, сейчас и тюрьму скажут построить. Будут туда закидывать всяких преступников. Что они там строят, посмотрите, как все это происходит. А как же иначе? Я же мистер исключительный. Спорткомплекс. Только не обижайся, солнышко, но твои боевые навыки прошлый век. Чтобы выстоять в бою с синдромом, нужно воевать по-современному. Ну не беда, мы нашли тебе инструктора. Найди его с помощью компаса и доставь сюда в штаб. Я так и подумал, что это какой-то учитель китаёза. Учитель, идемте, я доставлю вас на место. Надо было то строить монастырь Шаулинский. Ага, и сразу он мне что-то тут. Чтобы одолеть омнидроидов, используй скрытую силу. Синдром, я чувствую, что рядом. Благодаря суперудару Ози, мистер исключительный, может нанести урон сразу нескольким омнидроидам. Бей по земле, глуши врагов. Хорошо. Жми правый триггер, чтобы использовать сверхспособность. Ага. Смотри на город сверху, паря на мини-планере. Годится как для перевозок, так и для внезапных атак. В продаже в магазине игрушек. Так вот, мини-планер нам и пригодится, я думаю, да? Так, значит, друзья... Я думаю, на этом данную серию мы завершим. Уже довольно долго, ну, много мы прошли. Как уже будет дальше строительство базы, если захотите вы все это увидеть, то ставьте лайки, пишите в комментариях, все зависит от вас. Ну а с вами был Рашта Нидзука. До новых встреч!